Я его даже убить почему-то не могу, удивительно. Хм, интересный подход, конечно. Я по нему стреляю, по нему урон даже не проходит. Ну, не знаю. Нет, ты шумный пацан, ладно. Он на мотоцикле летает, хуй с ним. Ну, я не понимаю, почему по нему урон не проходит. Вот это мне интересно. Попробуйте, постреляйте по нему, блядь, по нему... Супер. Волшебная игра. Ну да, конечно, баг, блядь. Ну, как бы, классная, честная игра, заебись, блядь. Ну, по нему просто урон не проходит. Ну, Rockstar, блядь, ну, какие же вы ебланы, блядь, конченые просто. Блять, господи, это говно даже на консоли встречается. Ну какого хуя, серьезно? Я плачу плюс за что, вот за плюс? Чтобы меня вот это говно жопу мне разрывало? Не, ну понятное дело, что его надо зарепортить, но какая разница, эту-то нам игру он не даст все равно сыграть. Он не дохнет, да. Он не дохнет. О чем я говорил. Ну там, где список игроков, онлайн, игроки, и наводишься на игрока. Да просто я жалобу даже отправить не могу, потому что он убивает и все, блядь, слетает. Им можно просто клип сделать, но мне кажется, Rockstar будет просто похуй на это почему-то. Мне кажется, вот эти жалобы, которые там, они даже не рассматривают. Если только ты клип сделаешь... Я, кстати, клип, наверное, сделаю все-таки. Но клип какой-то... Но клип. Я не успеваю даже отправить. Да они даже эти, ну, они даже не будут, наверное, эту хуйню рассматривать. В том-то и дело, что... Так, кик, репорт. Так, читинг, грифинг, эксплойт. Но это, скорее всего, геймбаг эксплойт. Короче, эксплойт, похуй. Кстати, какой у него КД? 2.91. Ну, понятно, то есть, блядь. Да, они даже не будут рассматривать, скорее всего, им похуй. Я клипак сделал.